49 отрядов, практически 100% учеников 26-й школы задействованы в добровольческом движении, которое было создано по инициативе самих школьников, общественников и депутатов. Сегодня в символичный день, день пионерии, наградили самых лучших из них. Вручаем лучшим добровольцам, лучшим патриотам, инициативным людям, ребятам и учителям, и детям вот эти грамоты и дополнительно, конечно, различные там сувениры. То с каждым разом все больше и больше люди проявляют инициативу. То есть существенное влияние, это каждый старается бороться уже, вот они, классами, группами, отрядами или там индивидуально, персонально стараются достигать каких-то определенных показателей. А хороших показателей ребята достигают в самых различных сферах и стараются внести максимальный вклад в жизнь города. Награды сегодня получили более 20 добровольцев. Это, как правило, у нас сезонные, осенние, зимние, весенние недели добра. Каждый отряд принимает участие. У нас дети проявляют инициативу и реализуют свои добровольческие проекты и инициативы. Мы поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны железнодорожного района. Мы собирали макулатуру. Мы хотим быть нужными, помогать и делать наш район более красивее, ухоженнее и помогать всему миру. Отметим, что добровольческое движение на базе 26-й школы было основано еще в 2014 году и за это время набрало огромную популярность среди ребят. Их боевой настрой на благие дела является хорошим примером нравственно-патриотического воспитания молодежи. Илья Бельков, Руслан Батуев, Виктор Марханов. Новости дня.